Привет! Мы с вами у Букингемского дворца. Вот вы видите, здесь люди отдают память принцу Филиппу. Там цветы, вот сейчас вы увидите, все это ему кладут. Ну вот, мы желаем нашему монарху покоиться с миром. И, ну вот как-то так. Просто вам покажу, что творится на третий день траура Великобритании. Вот надпись, табличка стоит. Просьба не класть цветы, как и свечки, под Букингемский дворец. Перед Букингемским дворцом. Вот. Видите? Надписи, открытки. Ваше Величество, ваше... Понимаете? Thank you for your loving so long. Спасибо за вашу долгую жизнь. Принц Филипп. Героический мужчина. Бог вас не забудет. We love you. Мы любим вас. Прелестно, не правда ли? Thank you. Вот так британцы любят своего монарха, видите? Покойся с миром, принц Филипп. Ну, собственно, вот. Вот, обратите внимание, видите, ни флагов королевских не висит, ни королевской красной шапочки, потому что это не монарх, это ее муж. Вот, я приблизила поближе, потому что подойти нельзя, там все перекрыто. Вот, посмотрите, какие красивые цветочки высадили. Ну, вот, как-то так. Закулисье прессы, ихние машины, энерго, ну вот откуда энергия идет, что стоят у них там, аппаратура стоит, туалеты переносные, передвижные, скорые помощи, вот вы видите. Вот видите, на королевских зданиях приспущены флаги везде. Это клуб антикварных автомобилей. Вот на частном клубе, видите, флагов нет, зато вывешена траурная лента.